Если брать выборы, если брать осенние выборы в регионах в целом, явка была ниже, чем обычно. Единая Россия победила сферическими, насколько я могу судить, фальсификациями. Но есть несколько отдельных точек, где оппозиция смогла бороться. Там, где существует внутриэлитный раскол внутри Единой России, там, где это сопровождается дееспособными оппозиционерами, они могут приходить к власти, как и раньше. Но если раньше это рассматривалось как досадное исключение, то сейчас уставшее от партии жуликов и воров общество рассматривает это как свою победу, как зарю нового дня.